Привет, ребята! Сегодня я буду менять здесь сальники сапуна. Их вообще там три их. Два можно еще купить у дилера, а третий надо с нижним полностью пластиком покупать. Именно который идет до сапуна. Так. Почему я меняю? Потому что, короче, я проехал вчера где-то примерно 400, да, где-то 400 километров проехал, вот это 220 где-то, 230 миль где-то вот так приехал и обнаружил, что где-то пол-литра масла нету. Ну вот, сейчас покажу. Вот, видите, где-то пол-литра масла нету. Масло я меняю каждые 5000-4000 километров. Так, начал, залез вниз, посмотрел, что масло, где коробка, между коробкой и двигателем, все сырое, масло. Потом начал я искать и обнаружил, вот. Все оно здесь, видите, масло. Получается, что резинки там накрылись. До этого я его делал, тоже капало, но перестал. На герметик сажал, перестал, но она обратно, то же самое история, стал обратно, начал течь. Так, сейчас я буду разбирать и показывать, я думаю, что пригодится вам это видео. Так, тут я переделал, потому что вот сейчас я найду его. Вот там вот такая штучка была в пластике, вот видите, когда я откручивал, и она с ним вместе прокручивался. Поставил я на суперклей и бокситку, ничего не помогло, пришлось химичить свое. Так, сейчас мы берем ключ и начинаем откручивать его. Это такая болячка, если, например, вы его открутили один раз хоть и не посадили, именно новую не поставили резинку, и все, она будет все время течь. Если вы сняли сапу, надо новую все ставить. Да. Сейчас этот. Потом все ручное откручу. Даже по желанию нижний это не откручивать, но желательно, конечно. Если откручивать будете, то надо новый сразу брать резинки. Так что я уже это испытал. Она со временем, конечно, заклеит, а потом обратно будет течь. Так, и один у нас вот тут находится. Вот. Самый маленький. Сейчас я это подкручу, потом дальше показываю. Первый пошел. Сейчас второй.
самый длинный, тот крайний бы. Такой. Но я сюда шайбу ставлю. Не знаю почему, но думаю, вдруг не дожимает его или что там, понимаете. Так что герметика не поможет в таких случаях. Это самый длинный был. Да, самый длинный. Да. Остался на той задней части. И вот этот. Задний самый короткий. Ну, конечно, фильтр, у кого там другой, родное, то фильтр снимать надо, конечно, для удобства. Можно не снимать. Сам нижний час недорого стоит, 47 фунтов. Сейчас ключ принесу, еще один часогран. Если не поможет, то весь набор куплю новый. Потому что у одного я тоже самый менял, игрался, бесполезно. Потом поставил линейку уровень. Она у него деформации имеет. И все. Пришлось новую нижнюю часть покупать. Вот как я здесь сделал. Вот какой здесь болт. Сейчас покажу дальше. Вот. Так, вот у нас сапун. Что получается, эта резинка, я новую буду ставить, вот этот снимать. И тут еще что интересно. Вот эта резинка в комплекте не идет. Он идет именно не вот этой части нижней. Вот это полностью. Я говорю, 47 фунтов стоит. Вот тут втулка разбился. То, что я показал. Где-то он здесь. Сейчас еще раз покажу. О. Эта втулка должна быть там быть. Но она... Ничего не получилось, короче, с ним в сторону убрал, резьбу на пластике сделал и вот такую резьбу нанес. И в принципе хорошо их держится. Так, сейчас я тут тоже откручу. Дожди, конечно, целую неделю почти что идет. Все время капает, капает. Уже даже, в принципе, сильный дождь, уже даже не выезжаю на объект. Может промокнуть полностью, можно. Так плохо, когда масло здесь кап-кап идет, капает. Вот его, знаете, сейчас покажу.
Да. Короче, вот эта резинка у нас делает проблему. И вот эта, нижняя, вот эта. Видите, здесь сколько масла. Вот. Сколько масла. Вот отсюда вот так кап-кап-кап-кап идет. Сволочь. Сейчас этот герметик все это уберу, почищу и дальше видео покажу. Вот я купил две резинки. Один идет сюда, на сапун. А второй идет вот этот. Вот этот. Вот сюда. Сейчас покажу на том. Вот, вот сюда идет. Вот сюда все становится. Еще вот этот старый его, он как дубовый, может даже сломаться. И еще надо поменять этот. Я не стал этот весь в комплекте брать. Вот этот тоже колечко я сейчас поменяю, другой поставлю. Такой, по-моему, есть у меня. Сейчас все почищу и упакуем все. Так, вот для этого, то что я показал, вот это, по-моему, подойдет сюда. Да, это сюда входит без проблем. Так, это мы сейчас сюда ставим новый. Вот так. Так, что еще? Вот этот, конечно, колечко дали мне сюда его одеть. Ну, я вот смотрю, что она нифига вроде бы не подойдет. Здесь идет. Здесь идет толще как будто, но может она уже задавился, я не знаю. Может такое быть. Сейчас, короче, его тоже я сниму. Аккуратненько. Да, крючочки где есть, да. Ребята, дубой вы уже. Ну да. Все же не хочет, давай. Этим плоским. Так, ребят, вот я его вытянул. Ну, короче, он сломался. Ну, видите, какой он. Ну, диаметр вроде бы одинаковый, если так разобраться. И этот, и этот. Но как железо. Да, сейчас мы его это тоже почищем. Полностью сапун. И тут, я думаю, все хорошо. Все, мы одели, все новое одели, может кому-то номера надо будет, вот его номер, один вот этот, этот один шел, и другой, вот этот, вот еще этот номер. Желательно два их сразу менять.
да, все дела. Сейчас пойду устанавливать. Ребят, сейчас буду устанавливать и смотреть, как дела. Самое главное, чтобы вот здесь он зашел, вот эта резинка. Так, сейчас заведу и проверю. Вроде бы завел, нормально, пока еще не льется. Раньше он сразу выливался. Все, ребята, я вам показал, как резинки поменять сапуна. Все, всем пока. Кто у тебя вопрос, там пишите комментарии, ставьте лайки, бай-бай, удачи.